Красные реки лавы и заслонивший солнце шлейф оранжевого дыма. На Сицилии проснулась знаменитая Этна. Одновременно с извержением на глубине около 3 километров сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Каратисты из Актау стали чемпионами Азии по ашихара-карате. В чемпионате, проходившем в Ташкенте, приняли участие спортсмены из более чем 11 стран. Всего свыше 700 атлетов. С обладателями золотых медалей встретилась моя коллега Айжан Сабитхазе. Золотые медали по программе ката и кумите завоевали Мария Патрова, Диас Исенбай, Ержан Зейнур, Альбина Исатай, Тамиля Сайтуганбекова, Эдуард Рябинов и Александр Баландин. Серебряными призерами по программе ката и кумите стали Алишер Абдрахман, Аим Жамбыл и Гулим Сисимбаева. Оценивали выступления спортсменов представители Дании, Румынии, России, Казахстана и Узбекистана. Были все подготовлены. Очень сильное противостояние. Наша команда была объединена с Сеншин Карате, тоже очень сильные бойцы. Наша подготовка была очень тяжелая, но мы справились. Бойцы мои были тоже сильные, у нас было 11 человек, вот. Не все пробились. Пробились 2 узбека и я. У меня бои прошли, 2 нокаута было, в полуфинале и финале. За эти нокауты я получил кубок «Лучший из лучших». Также вот наше командное место, второе. Первое командное место заняло Узбекистан. Второе – Казахстан, третье – Россия. Наши ребята очень хорошо справились, показали хорошую технику, хорошие бои. В борьбу за медали вступили более 700 участников из разных стран мира. Наши каратисты вновь заставили говорить о казахстанском спорте. Воспитанники Игоря Утарова завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Я ездил в Узбекистан, и я ездил на чемпионат Азии по ашихара-карате. Я дрался с бойцами из Узбекистана и из Казахстана. Я получил первое место. Мне хорошо на душе, потому что я выиграл. Бои были очень сложными. Было настолько сложно, просто аж падал. Пот был очень сильный. Уставалось очень сильно, но благодаря этому я выиграл на чемпионате Азии. Между тем, успех на Азии не дает победителям и призерам повода для расслабления. Впереди у спортсменов чемпионат по ашихара-карате, который будет проходить в Японии в ноябре следующего года. Айжан Сабитхазы, Ибрагим Магазиев, новости.